Крытый каток готовится к пуску тепла. С инспекцией на социальном объекте побывал мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Сейчас идет устройство внутренних инженерных систем. Также проложен силовой кабель от трансформаторной подстанции. Подготовлено основание под ледовое поле. У крытого катка заканчивается благоустройство территории. Посажены ели, а на тротуары укладывают плитку. Отделочные работы сегодня идут и внутри здания. И на следующей неделе можно запускать тепло. Потому что все физобъемы выполнены. Теплоцентр смонтирован, выгружен, стоят. Все испытано, опрессовано, ну и так далее. После включения отопления количество работников на объекте должно вырасти с 70 до 90. Стоит задача сдать объект в эксплуатацию до конца этого года. Напомним, крытый каток с искусственным льдом строится за счет трех бюджетов – федерального, областного и местного.